Всем здравствуйте! Юлия Барановская не намерена мириться с решением суда, снизившим сумму алиментов, которые Андрей Аршавин должен платить на их общих детей. Футболист нарушил данное им ранее обещание, и его экс-возлюбленная будет продолжать добиваться его выполнения. Об этом рассказал адвокат-ведущий Тимур Матвеев. По словам адвоката, Барановская собралась подавать апелляцию, несмотря на законность решения. Дело в том, что при расставании суд Лондона обязал Аршавина выплачивать Барановской колоссальную сумму, и тогда артистка пошла на уступки бывшему. Попросил Юлию заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни. Пояснил адвокат. Однако теперь жизненные обстоятельства спортсмена изменились, и он пошел на попятную. В браке с Алисой Казьминой у него родилась дочь, и после развода выплаты положенные девочке, заключил Матвеев. Это нечестно, ведь ему один раз уже пошли на уступки, поэтому мы продолжим отстаивать права старших наследников. Ранее Барановская жаловалась, что соглашалась на все условия бывшего, подписала мировой договор и не настояла на официальной регистрации брака. «Полностью меня обманули», — говорила ведущая «Мужское-женское». Однако недавно Барановская нашла изысканный способ отомстить Аршавину. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!